Строительный комплекс Гомельской области динамично развивается. Благодаря прогрессивным технологиям, профессионализму строителей, на карте региона появляются новые дома, микрорайоны, производственные здания и сооружения. Строительство в целом меняет атмосферу и облик городов нашей области, делает теплыми и уютными дома каждого из нас. Будущее нашего региона создается сегодня с большой стройкой. Сегодня в программе «Большая стройка» мы расскажем вам, где в Гомеле представители бизнеса могут арендовать помещения на выгодных условиях. Кроме того, с ходом возведения новых многоэтажек в областном центре с нами поделятся ведущие строительные организации региона. Аренда помещения – лучшее решение для развития вашего бизнеса. Кроме того, это хорошая перспектива для всех, кто не имеет возможности или пока не готов вкладывать капитал в покупку коммерческой недвижимости. Итак, если вы владелец собственного бизнеса и желаете арендовать помещение, то следующее предложение от Гомельского домостроительного комбината будет актуальным именно для вас. Современный трехэтажный бизнес-центр, пристроенный к жилым домам по улице Мазурова, 15, в 18 микрорайоне Гомеля. Здесь предлагаются в аренду 22 помещения общей площадью более 345 квадратных метров. Свой выбор именно на этом объекте уже остановили представители туристического агентства «Море путешествий». Данный бизнес-центр имеет особенность. Он состоит из двух секций. В данный момент мы находимся в галерее, которая соединяет эти две секции на третьем этаже. Можно зайти посмотреть одно из помещений вот в 20 квадратных метров. Очень выгодно расположение бизнес-центра. Он находится в центре города. Развита инфраструктура транспортная. Сейчас можем пройти по галерее и посмотреть весь третий этаж и второе крыло. Вот там еще имеется еще одно помещение в 40 квадратных метров. Это самое большое помещение в этом центре. Здесь вот вы можете видеть место расположения данного центра в центре города, улица Мазурова. Каждый этаж этого объекта имеет свои особенности. И если третий примечателен наличием галереи и просторных офисов, то первый и второй, напротив, отличают помещение небольшой квадратуры. Сейчас мы находимся в лестничном холле второго этажа одной из секций бизнес-центра. Здесь мы предлагаем нашим будущим арендаторам 5 помещений. Мы находимся на первом этаже нашего бизнес-центра. Здесь располагается одно помещение небольшое, квадратурой 11 квадратных метров. Здесь довольно светло, вид из окна на центральную улицу нашего города Мазурова. Да, очень красиво, очень приятно и комфортно здесь. Я думаю, что для нашего бизнеса это помещение бы подошло. Наша компания называется «Туристическое агентство «Море путешествий», и на рынке Гомельской области мы уже несколько лет. Мы имеем свои собственные помещения в центре города и сейчас решили точечно развиваться в районах. И бизнес-центр на Мазурова 15 как нельзя лучше подходит под наши запросы. Аренда помещений в бизнес-центре по улице Мазурова – это престижно и солидно. Кроме того, офис фирмы, находящийся практически в центре Гомеля, свидетельство вашей надежности и стабильного финансового положения. Кроме бизнес-центра по улице Мазурова, Гомельский домостроительный комбинат предлагает еще несколько вариантов помещений, в которых могут разместиться ваши офисы, объекты торговли или сферы услуг. В данный момент у нас предлагаются помещения на объездной 10. Там также можно снять их в аренду. Различные площади нужно уточнять по месту. В ближайшее время у Гомельского домостроительного комбината в продаже появится встроенное помещение на улице Барыкина в многоэтажном жилом доме. С планировками и стоимостью можно будет ознакомиться позже на нашем сайте. Приглашаем вас стать счастливым обладателем встроенных помещений с Гомельским домостроительным комбинатом. «Большая стройка» также предлагает сегодня обзор новостроек, которые на данный момент возводятся в городе над Сожем. Гомельский домостроительный комбинат приглашает принять участие в долевом строительстве в 96-м микрорайоне, позиция 56 по генплану. К продаже предлагаются 1, 2 и 3-комнатные квартиры. Поучаствовать в строительстве могут как нуждающиеся в улучшении жилищных условий, так и несостоящие на учете. Дом переменной этажности, 9 и 16 этажей. И сейчас мы продемонстрируем на соседнем доме, как изнутри будут выглядеть квартиры.
При входе в квартиру установлена металлическая дверь. Слева от входа у нас имеется кладовка. Далее у нас располагается кухня, 12 квадратных метров. Что немаловажно, из кухни у нас есть выход на балкон. Здесь имеются счетчики холодной и горячей воды. Давайте пройдем в зал. Зал у нас порядка 16 квадратных метров. Комната просторная, здесь установлены розетки, радиатор и на окнах детские замки безопасности. Также хочу обратить внимание, что стены у нас модернизированной серии, железобетонные панели очень ровные, то есть достаточно нанести один шпатлевочный слой и можно уже оклеивать обои. Давайте пройдем в соседнюю комнату. Просторная, светлая, яркая комната, 20 квадратных метров. По правую руку у нас будут располагаться санузел и ванная комната. Чуть дальше у нас еще одна спальня, она порядка 12 квадратных метров. Здесь отлично можно разместить детскую комнату. Эта новостройка находится в 96-м микрорайоне Гумеля. Он считается одним из живописных и экологически чистых в нашем городе и расположен в зеленой зоне Новобелецкого района. Новостройка в советском районе города появится вблизи улицы Быховская. УКС города Гомеля предлагает новый объект долевого строительства для жителей областного центра. Это многоэтажный жилой дом в районе улицы Богдана Хмельницкая-Быховская. Это 11-этажный, одноподъездный, 44-квартирный жилой дом. В доме будут 1-, 2- и 3-комнатные квартиры комфортабельных планировок. Дом расположен в районе со сложившейся инфраструктурой. Это один из самых обжитых микрорайонов на сегодняшний день. Рядом с домом детский садик, школа, остановка общественного транспорта. В ближайшее время ожидается выход проектной декларации по строительству данного дома. Можете более подробно узнать либо на нашем сайте, на котором размещены планировки, либо позвонить нам по телефону. Будем рады вас видеть. Предлагаем рассмотреть варианты жилья по улице Федюнинского. УКС города Гомеля предлагает 1- и 3-комнатные квартиры в строящемся многоэтажном жилом доме номер 3 по улице Федюнинского в городе Гомеле. Данный объект строится для граждан, состоящих на очереди нуждающихся, как в городе Гомеле, так и в любом регионе Республики Беларусь. На сегодняшний момент это самое выгодное предложение на рынке новостроек, так как цена за квадратный метр составляет 857 рублей 10 копеек. Это цена 2018 года и осталось всего лишь несколько 1- и 3-комнатных квартир. Успеете приобрести жилье в данном строящемся доме. Дом вводится в эксплуатацию в июле 2019 года. Приходите, ждем вас. Для тех, кто желает жить в центре нашего города, может рассмотреть жилье в новостройке по улице Докутович. УКС города Гомеля анонсирует начало строительства и скорый выход проектной декларации по многоэтажному жилому номер 3 по улице Докутович. Данный дом в настоящее время очень востребован у наших гомельчан. Поэтому в ближайшее время будет проектная декларация. С планировками можно будет ознакомиться на нашем официальном сайте. Данный дом отличает наличие вентилируемого фасада, системы видеонаблюдения, более благоустроенные места общего пользования, закрытая среда обитания. Приобрести однокомнатные квартиры вот в этой многоэтажке по Реческому шоссе в районе 142-го дома предлагает Гомельское областное управление капитального строительства. Стоимость 1 квадратного метра – 1100 рублей. Цена квартиры – 48 тысяч рублей. Общая площадь квартиры – 43,69 метров квадратных. Жилая площадь – 16,27 метров квадратных. Окна комнаты выходят во двор. Давайте дальше пройдем на кухню. Кухня очень просторная. Общая площадь кухни – 10,73 метров квадратных. В каждой квартире установлено индивидуальное отопление. Из кухни выход на балкон. Окна балкона также выходят во двор. Двор тихий. Не упустите возможность приобрести квартиру в хорошем районе с развитой инфраструктурой. Будем ждать вас по адресу Белецкого, 7 в Гомельском областном управлении капитального строительства. Новинку в сфере строительства жилья в Гомеле представили архитекторы Гомельского домостроительного комбината. У нас сейчас заканчивается проектирование 9-этажного односекционного жилого дома по улице братьев Лизюковых. Дом располагается в сложившейся застройке, представляет собой точную застройку. На этаже, на первом типовом, располагается 3 квартиры. Общей площади двухкомнатные 63 квадрата, трехкомнатные 85.
Из бонусов для жильцов первого этажа под лоджиями будут предусмотрены погреба. Это первое решение, которое будет реализовано нами в городе Гомеле. Архитектурно-художественное решение фасадов представляет собой сочетание двух типов материала. Покраска фасадными красками и облицовка металлом по торцам. Все вышеперечисленные решения позволяют избавиться от скучности и монотонности, присущей существующей застройке кварталов. С актуальными предложениями в сфере строительства жилья, а также по приобретению коммерческой недвижимости сегодня вас знакомила программа «Большая стройка». На этом мы с вами прощаемся. До встречи на новых стройплощадках города.